Опять из Спартака. Скажи паладинам по бафам, они ни хера не Я бафы, всем они сказал, крит. что Беллин бафает, пускай 7 каски, рейд 3 кулаки, полипал МП5, точняк крота бафает. Секьюрити. Так, а кто у нас там что? Танки, вратанчу, Танчик. ПВ, точняк. Я не в этой игре. Да давайте баф. Паладин, давай бафы. Кто там, блядь, каску бафает? Долго он там будет целиться еще? Но он сзади стоит. Блин, ты тут? Давай, да, заходи. Да, да, я писал, что недолго. Ну, я понял, давай бафы. Всем каски. Получи, сука. Так, рыба есть? Или кулинарии хотя бы качаны? Я рыба. Давай мне, все. Точнее, поможешь ждать. Так. А может даже и нет, он нет. Каску на руку брось, пал. Две штуки есть, он поставил. Ну, он ест пока. 10 секунд даю. Давай, пафы. Блять. Паладин, бафни каску на робота, заебал уже, серьезно. Да подожди, надо его торопить так. Дай звезде каску. Что он тебе дал? Все, последний чек. Так, паладин. Все, иди QV танчи, босс. Бейте пока, босс. Как думаете, первый трай убьем? Yeah. Я тоже так думаю. Так, ну я вот сомневаюсь в Дравине, потому что я не знаю, кто он. Трен, он тактику знает, Элвин тоже. А, ну с нашей гильдии. Но я только, по сути, один в армии спокоен. Метка, убегайте. Метки захиливайте. Ты как-то его и далеко убежал. А сайт ты свет хилил? Да. Да, не хилил? Выходи свет. Хилим. А, ну тогда ты будешь свету. Забивайте. Пошли идти дальше. Кио, ты будешь танчить снова, я первую копию, точнее, вторую копию. Давайте типа прочек на готовность, Кио, беги туда. Все, иди запускай босс. Цирк приехал. А, ты куда побежал? Кио в центре, и надо его танчить. Лол. А, видно, что на X5 игрок играет. Вообще а, Кио. Кио, ты что делаешь? Хильте его, хильте. Бля, его надо было по центру вести. Ну сейчас жопа будет, Даларан портуйтесь нахуй сразу. Киве, ты. Да, вот веди его ровно назад. Да и так можно убить, как он танчит прекрасно. Хильте меня. Там под морды не стойте.
разобрай не зублин кукива. Полови. Переклить. Это, если Кива сейчас упадет, протопал заберешь этого босса. Далеко от меня. Молодцы, никто не упал. Спасибо. Давай, Кива, ты на боссе, мы с тобой пол один потанчим трешак. Только босс сейчас не царите, дайте нам добежать. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Давайте бегите сюда. Черные драконы явились из ниоткуда. Пал, я если что слева буду. Силы были не... Все, ВДК, пуляй босса. Мы, братья Гиппи. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется. Нас убивали с расчетом жестокости. Присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно: их нужно остановить. Молодцы. Ничего себе, жена свет хилит нормально, да? Так, сейчас, секундочку, буквально полминуты подождите, я пипи сделал, буду рассказывать, что делать. Блять, спасибо, что сказал, да, я хотел, блять, услышать это. Дайте столик магии. Дайте столик там, штурделей взять побольше. 80 штук я люблю брать. Серьезный рейд. Зачем, если вайп рыба все равно поставит? Ну так-то да. Я просто когда... Да сейчас первого трая убьем, они тебе не нужны. Тыкайте, тыкайте. Да я просто когда поем рыбу, типа баф появляется, я встаю и сразу начинаю штурделя есть. На них вкуснее. Они вкуснее, что ли? Да. Блять, какой хлам в сумке, ёлка. Мне бы такие эпики доносирус, блядь. Я бы даже кожу вот эту вот не погнушался бы одеть. Ничего себе, тут стамины, сколько. Меткости 98, обалдеть. На протовары наперил бы. Выбил, короче, с гундрака, с ласта. Че это? Триню, блядь. 550 брони, там 3 косаря на 15 секунд хп, блядь. И сролил фурик, сука. Прикинь, я про товаром иду, блядь, танчу, потею, блядь. Фурик сролил, сука. Ну я такой вежливо пишу, говорю, блядь,
Дай это триню, говорю, блядь. Ну отдал, короче, блядь, я вообще там обрадовался, пиздец. И с этого. С паука, короче, с Жолнируба, с Гер. Триня на 111 стамы, блядь. Я ее прям первый раз как регнул, первое ППГ, блядь. После обучек. Забрал. Сэй, ты тут? Ретрия. Ретрия, ты здесь, Иршан, ты здесь? Тут. Все. Ты если что будешь секьюрити во тьме. Селена во тьме, Войт тоже во тьме. Сэй остается свету, Риен тоже свету. Так, по танкам Кьюэ ты будешь танчить во тьме, я буду танчить свету. Кёрс, Машека на пул наточника. На третьей фазе на переходке код зальешь секьюрити ману. Микки будешь заливать свою ману. Кому антихром гейм? Сэй, да, пятый да. Пати шаман. А, увидел. Чё. По диспеллам, Селена... Кто? Сэй, свету, да? Да. И вторую фазу тоже. Первая пати во тьме, остальные все свету. Кьюрити, Селена, Войт во тьме. Так, рейтерите здесь. Вы там по фридам определились? Да. Кто первый дает, кто второй. И кто есть печатью, тот... Печатью определились, кто... Спрошу у него, какой он будет. Я буду, если что, желтой джагой бить. Вот этот новенький, я не знаю, он первый раз говорит тут. Ага. Пиши тебе, Боб, чтобы зашел. Я кидаю второй фридом и буду во тьме бить желтой джагой. Все. Кто свитуки скажет? Кто ФК? Че, я не буду диспелить, я не ФК. Да там антихам на ФК. Что-то он расстраивает в последнее время, да? То ФК, то слаки какие-то. Антихам, как дела? Единственный ШП. Ну вот даже в этом нету. В РК. Кто чму-то танчит? Чму? Вот этого чму фиолетового танчит Куве. Куве. Пусть тогда тут пал на армор, что ли, ставит печать. А я тогда на СПД. Тьме. Ауру, может? Да, ауру. Подожди, я отбегу, посмотрю, что у меня вообще стоит хоть. Главное, что стоит. Ваня, у меня будет на СПД. Ты один остался, Ваня. Сейчас. Все готово. Анимешки смотришь, там драмы. Регайся на Сирусе, там всем рейдом дорамы смотрят. Да нет, ну смотри, как Dark Souls первый проходи, там застрял на драконе. Конечно, тебя засейвлют, ты не упадешь никогда. Ну а чё? Примите все готовность, пожалуйста, чё вы по одному не принимаете? Паладины, первая группа, ретри тут? Все готовы? Да тут! Блин. Ну это... да, я сбежал. Этот шанан тебя не слышно. Чё за хуйня?
Голос электрика, Сайрон Трэш. Меня слышно? Теперь слышно. Бля, Эрпал, ты издеваешься? Давай иди сюда. Бля, мне кажется, он сейчас тупить будет, что ну нахер. Давай еще раз электрика сюда. И по ССам, кстати, чуть не забыл. А он летаем, кидай СС Холипалу, перестал, будешь кидать СС Сэю. Дайте ему бафы, там паладин. Триста баф еще дайте. И вар кричите, пожалуйста, на хп, и раскол брони тоже стакайте. Так, 300 бафа на нем не вижу, дайте. Давайте вам шепнем. Все, последний чек. Я надеюсь, милики, вы услышали, что разливать. Нужно подождать. Что, не было слышно, кто хилит тьму, кто свет, кто диспелит. Что, этого не было слышно? Ну это ты говорил вроде. А, ну все тогда. Все, все готовы. Давай БДК, бля. Молимся сейчас, молимся. Сейчас скоро метка будет 5 секунд. Смотрим на кометку. Серж, давай выноси метку. Дисплейте его падение, перебежали. За звездой бегите и звезду становитесь. Блять, что это нахуй? Ёб твою мать. Тершак сразу, не надо заливать. Дайте сначала до попала дойти. А меня кильте БДК. Лант. Восса больше играете. Сейвы наноси метку, и сейчас будет падение. Не туда понес. Перебегай сейчас, сейв. Бля, шаман потом станешь. Микки, уноси метку. Микки умер. Поднять? Короче, да, Микки, поднимай, Микки, вставай. Поднимай, Микки, Сэй тоже можешь вставать, если ты не в луже. Все, Микки, вставай, Сэй вставай. Зальешь сердцем ману. Заходите во тьму, четвертый пальцы остаетесь. И войд по анонсе там тьму. Сэй, заходи во тьму быстрее. Сэй, заходи, бля, сейчас скоро лезвие будет. И Сэй, пожалуйста, экономь ману. Мы добили. Наноси метку. Скажите, когда заходить, четвертый пать. Заходите. Заходите. Сэй, ману сейчас экономь, пожалуйста, водный щит на себя, дайте ему там бафы, каску, лапу, МП-5. Микки, напоминаю, зальёшь ману на переходке секьюрити. Я сам со своим ману. В смысле, ты сам себе ману, что ли, залил? Ну да. Ну, блядь, ты головой-то думаешь, сейчас у нас шаман по мане сядет потом. Так, оно сейчас откадешься уже. На, ну, блядь, смотри, что на переходке ты ему залил. Чудесница, выноси метку. А, Войт, анонси, пожалуйста, ты. Да, и сколько там процентов? Так, включай его. Ага, блядь, так это хилит. Чё, распрыгни в шланга, сейчас сорвёшь. Кильте меня. Заходите. Привет. Можете, Ер, давайте рейдер ее найти метку. Ер, дайте свету. Верен, какого хрена ты свету делаешь? Он
тупо. Зайдешь потом во тьму. Блять. Я же объяснил, кто во тьме, кто в свету. Первая пати всегда во тьме. Иди к хвосту, тебе скажут, когда зайти во тьму. Одения перебежали. Ёб твою мать, он летает. Вы хоть за груд. Ясно. Попадаем. Будека упал. Зови сразу Олега, пишите Олегу сразу, чтобы или васабу, пускай ретриком заходит. Сейчас на васабу напишет. Белину и, пока и рановато идти. Ты, если я буду на кнопку ставить, будет слышно, как я клацаю. Ну ничего страшного, поклацает, а потом уже выключишь сам микрофон. А чё, так во тьме не справитесь? Ну блин. Пускай кто-то другой поговорит. Как думаешь? Ну, точняк не сможет, он с нами свету. Ладно, я зайду там поговорю. О. Так, где наш товарищ WhatsApp? Сейчас ему пока напишу. Сэй, это кто? Бля. Сэй, это новенький в гильдии, что ли? Кто это? Сэй, я не помню, какой у него никс. Это Никель. Я знаю, что это Никель. Да. Ты новенький в гильдии или что ты? Кто ты есть вообще? Я в гильдии месяц, там, я в гильдии 2 года, блять, можешь сказать? WhatsApp, отмена своего Эрпала, заходи на БДК, я сам пойду за Эрпала. Будешь сам релить. Да не, давай ты такой релить, я не хочу вообще. Так а как я во тьме буду релить? Давай, ну, я давай я на РПЗ. Ну ладно, давай тогда, заходи на РПЛ. Белин, камень Долоран. Да, Белин, можешь тут пойти, пока тебе рановато туда идти. Блять, Сэй, чего умер, ну-ка. Чё это, он фридом давал, всё. Сколько у вас там ещё иннер на КД? Кдышался. А это Вой дашь ему потом пати. Короче, Сэй, ты тут? Это вторая кралька. Оценил шутку. Да, вчера была одна резка, и сегодня вот вторая. Да, это ужас. Слышно? Меня не слышно? Валерион, черный ужас. Слышно? Меня не слышно. Че, понял? Ты вчера хиловская чашка, по-моему, упала. Ты скажи, ты не лагаешь? Ничего, Сэй? Нормально, все нормально. Ну а чё ты в огне умираешь? Зачем ты это делаешь? А он нет, кровь, на нас. Долго диспелили, блядь. Сразу бы диспелили, я бы успел бы перебежать. О, блядь, короче, насчёт диспел. Маги, шпшки, шаманы, паладины. Вы можете сами себя диспелить. Не можете, нет, должны. Ну, должны. Сумоним его. Да, ты если что, будешь бафлить им каски. Поставь на единичку, вот это ощущение духа себе на единичку поставь и бегай с ним. Вынес, я себе его. Ну я так образно говорю, как я ж видишь, я спрашивал уже, блядь, тот свет диспелит. Все молчат, блядь. Я думаю, пусть. Там не важно, классы, которые диспелят себя, сами диспелят, когда добегут до стены. Сейчас он ману восполнит, и мы начнем. И он всех пробафает. И спрашивал, блядь, вторую фазу у меня светло стоит, если я в окно захожу. Нет, молчан, ты заходишь, блядь, во тьму, ты, тебя не было, значит, слышно. Ты заходишь во тьму, пишу, а потом заходишь в свету. Только ты ману свою экономь, пожалуйста. Да, все нормально. У тебя было минимум 80%. Thank you.
Ретри, напиши, пожалуйста, правосудие, аура, фридом какой у тебя. Бью желтой джагой. Напиши, пожалуйста. Аура на СПД. Фридом второй. Напиши, пожалуйста. Я не буду слушать тебя. Ты задолбала, честное слово. Кому писать? Догадайся. Я тебе WhatsApp написал. Ты, если что, Ретри, ты твой первый фридом. Второй. Ладно, сейчас тебе перепишу WhatsApp. Ретри, пожалуйста, начни уже думать что-то в этой игре. Ну, я пишу. Что Ретри написала? Давайте пока чек на бафы на готовность. Аура какая у тебя? Питай! Вы там определились? Ретрия, Ретрия, пожалуйста, послушай меня секундочку. Ты в первой пати. Паладин твой в первой пати, с которым ты должна договариваться. Пиши, пожалуйста, всегда в начале рейда договаривайся с паладином, который с тобой в группе. Я так-то уже договорилась, а вы этого паладина кикнули. Все, ладно. В общем, все готовы, давайте за линию. АДК. За линию заходи, пожалуйста. У меня такое ощущение, что покажешь. Все. КВ, начинай. Дайте танку добежать. Во. Тоже вижу, не светится. Первую метку под хвост будет наносить. 5 секунд метка. 2 секунды метка. 1 секунда, 0. Тан летаем. Диспел, падение, перебежали. И далеко оттягивается. Трешарок сразу не заливайте, пожалуйста. Я уже вижу рейтри, чуть не упал. Анлетаем, выноси ровно назад. И третью метку будете подход выносить и перебегать. Сейчас скоро метка будет. Подходство на Мики. Мики. Куда ты убежал? Блять! Выноси, да шо. Блять, опять. Ладно, нормально еще. У нас еще и не такое было. Давайте переводите босса. Минус танк падает. И... Минус танк падает. Да, жопа. Давай, блять. Он. Ну, он тебя буквально понял. А, вы, с... а вот честно сказать, вот сколько лет мы здесь играем, честно я вам скажу, РЛы, которые говорят под хвост, сука, вот вам нахуй результат, блядь. Говорите, вот есть кружок такой, вот где дракон стоит, да? Это нихуя не под хвост. Я нахуй говорю ближе к хвосту. Он вынес под хвост, молодец, Микки, я тебе даже ЕП выдал, блядь, за это. Ну да, он меня все буквально метки, все метки выносятся к огню, к стене огня, во тьме это к стене тьмы там выносится, к краю круга, блядь. Короче, чем дальше на край, тем лучше. И чем быстрее, тем лучше. Так, Микки, иди сюда. Где ты там? Румынский разведчик. Заходи. Я сейчас иду. Зал под хвост, я тебе под хвост и вынес. Куда не играл. Но под хвост не прям к нему в сраку надо идти. И чтоб с тебя диспейлили. Под пузо в следующий раз выносим. Да и вообще вредись, сам себя диспейлили. Пишите Олегу сразу, чтобы да, сразу заходили. Чтоб диспейлить вредить, надо прям сразу диспейлить, чтобы метка маленькая была. Вот, а еще, Микки. А еще можно отбежать чуть назад из всех, чтобы откинуть. Я понял, понял. Я уже понял. Слава богу. Давайте пока баф. Ой. Да, Слава, они смотрят на твои видосики. Да, там эти видосики. Чё, давайте, Рэнда, кушайте. Чё говоришь?
СС не забывайте потом кинуть на хилов, Локи. Антихам. Там неадекваты, блядь. Там что-то... Заходите за линию. За линию заходите. ДК пуляй, босс. И крик на хп не забудьте дать. И раскол, пожалуйста, тоже составьте. Сейчас метка будет, точняк выноси. И падение, одна секунда. Перебежали. Велики сразу не вырывайте с него, хитрошак. Элвин, выноси метку назад. И КВ прожимай, там тоже свой дыр. Так, подхвост выноси. Перс. Сейчас будет падение. Ну не подхвост, за хвост. Это вы меня там прокиньте, пожалуйста. Давайте переводите босса. У нас там... Антихам, ты метку вынесешь, антихам. Блять. Мне еще жопа зарит. Поднимешь Микки антихама. Да не рез, не рез, он вылетел, наверное. Не надо рез их. Да не надо. Черта пати вы остаетесь. Это... Поносите, пожалуйста, васап тьму. Походу, проверни по часовой, проворачивай по часовой, дивы, проворачивай еще. Нам же нужно сместиться, мы не можем стоять там. Еще. Видите, где паладин? Встаньте в него. Все вот так. Мы там просто поздыхали бы все, потому что лужа мешала. Я тебе, если что, ассиста дал. Кажется, когда все закончили. Заходите, черт опять. Ближе к морде сейчас метку. Прям. А, блядь, сорян. Забыл фридом. Скажите, сколько процентов? Много. Я даю, чтоб ты не забыл. Да, я в курсе. Сколько там процентов? 55. Нормально. До версии можем не успеть. Три с половиной минуты. Уже сам здесь пыль себя, ну что ты там стоишь? После слезы выходить, сейчас я добью пока. Или меня хлипал. Давайте, заходите. Пал, перебеги, пожалуйста. Хильте меня, хильте, алё, ну где захил, ну блядь, тварище? Падайте. Беги, малышка, беги! Падайте, блядь. Ребята, вы хилить вообще будете? Сколько ещё таких героев? Сколько ещё таких героев? Хлипал, там, Сей. Что с вами вообще происходит? Васап, как думаешь, секьюрити сет захилит? Да. Тогда, Сей, иди во тьму, пускай секьюрист остается в свету.
Блять, даже по дефу меня не захилили. Это же охереть можно. Не, не захилили, они хилили, скорее всего. Ну да, там долго не хилили. Так ты мог бы свое возложение хотя бы отдать. Он бы меня спасло. Я вот честно боюсь делать холипала, потому что мне кажется, я пораняю всех. Или там несложно хилить. Там одна кнопка. Две. Не, ну вот он говорит. Одна, одну спамишь, а вторую раз два секунд кидаешь. Ну, ну, там кнопка-то одна, но думать надо больше, чем за любого другого хила. Ну типа когда бежать, когда хилить, да? За шамана чё, взял любой таргет и спамишь цикну, и она сама хилит из просевших. Да, а заклись ещё раз, ещё раз. Вчера в ВВК пошли, и в рейд сегодня так же. Чемпионат, чё там было? Чемпионат Европы, что там по футболу была какая-то пойда. Поэтому неделя не очень. ВК не очень, я его не смотрел, но вы поняли, короче. Давайте, да. Я не думаю, что это в чемпионате. Франция выиграла, блядь. Да и так было понятно, что она тут будет. Да хули понятно, блядь, головой автогол, блядь, и пенальти, это пиздец просто. Минус. А ты чё, типа за хорватов, что ли, болел? Да. Но Селена уже выселяет. Давайте бафы. Окей, пожалуйста, разбафы. Горн дай. Горн я дам. Ретрия, где наш кулак? Всем дала кулак. А ты уверена? А ты звезду видишь? Смотри, пожалуйста, на звезду. Видишь кулак? Спасибо. Давайте чек на бафы на готовность. У меня тоже 1-2-3, и у меня начнет жопа гореть. Все, все готовы, давайте за линию. ПДК начинай. Машека, я тебя доистерию, если что. 5 секунд метка. Драйвен, драйвен на себе. Не так, вновь через хвост, блять. Ну. Да он успеет, вор. А еще не. Так, погоди. Что чарш не юзает. Ё-мо. Метка прям на нем была. Ретрия, молодец. А, Войд поднимешь Ретрию. Терж поднимешь Селену. Машерку диспельте. Селену подними. Айс Рисус на семетку. Кто Мики... Селену поднимет? Мики, Мики. Мики Рук. Ну поднял вроде в итоге Серж. Кай, ладно, меня диспел, блядь. Переводите быстрее, босс. Ну, ну, о. Четвертый патер остается. И пробафайте Селену, пожалуйста. И паладина. И паладина. Драйвен метка. Кажется, когда четвертая пати заходить.
S-фриз, метка, заходите. Микки поднимет потом лантану. Ближе к морде сейчас солим. Капли, точнее, я скажу когда. Мне капли не надо. Сколько там процент? 51. Микки метка. И выходите в свет. Давайте выходить. Микки, подними лантану. Я синий с джагой, бить по мане силам. Я бью синий джагой, зачем тебе бить? Ровно назад святого, носи ретри, носи метку. Ровно назад реген. А не села. Клятву юзай. Юзай. Отдельно перебежали. Почему лантану не поднял никто? Микки, поднимешь лантану, потому что она с другой стороны была. Бейте РДДшники в голема. Я желтый бью. Во тьме рост. Голема, бейте РДДшники. Не бейте пока босса. Беги, малышка, беги! Все, бейте голема и босса. Сейчас падение будет 5 секунд. Через хвост пробегай, Микки. Так, падение перебежали. Десница, уноси метку. Меня хорошо кильте. Микки, ты лантану поднимешь вообще? Я два раза сказал уже, Селену поднимал же. А, ну ладно. Эл, уноси метку, да? Серж, уноси метку. Да, да, все правильно. Давай, ты твой, добивайте, да, голема. Бейте босса. Бейте голема сейчас. Ой-ой-ой-ой, блядь. Добивайте голема. Молодец. Чё у нас рейтри упал? Тут куча была лучше, мне некуда было бежать. Ясно, попадение перебегайте. Блять, дрошак нужно будет, потом залетел. Бежим, Свет, бежим. Стоп, не тьма. Пейте голема. Да не, это жопа, падайте. Почему? Тебя ладно, бейте. Как думаешь, Асад, мы убьем? Бьем. Четыре тела. Не-не-не. Ну, вы эти вупы вывали в свету, да? Не, ну, минус 2. Нормально. Не падайте больше, выноси назад, хаба выноси. Ясно, я упал. Застанило хвостом. Пиздец, нахуй. Когда ты ГП дашь, нахуй, дауном? А, Селена, что с тобой было? Скажи мне, пожалуйста, что упало. Рейтрия то же самое. Вообще все луж было и дневные эти, со света лужи, и со тьмы тут куча луж. Тебе надо было как предыдущую ты выносила, ждать немного и потом наперед вынести. Да, тебе куда ждать? Ты видел, там три лужи сразу легло. Да там нормально там было, ты просто побежала. Только под бочку надо было бежать, либо под хвост. Ты урон от двух луж получала, ты выбежала, да, рядом с темным. Я тебе говорю, тебе надо было ждать немного и наперед выносить потом. Так оно у меня уже 4 или 5 стаков было. Да насрать. Я уже в панике, не знала, куда бежать.
Анчихан, как там, кстати, твой интернет? Надо не паниковать, надо смотреть, что спереди, что сзади. Тебе еще раз объясняю, хотя бы был бы какой-то просвет, оно было все в лужах. Во время лезвия же она умерла, да, Васап? Да. Так вот, шарик, который сейчас спереди идет... она не от лезвия, она не от лезвия умерла, она к ручку бежала, да? Между лезвиями выносить, но сдохла, потому что урона двух луж получала. Да, надо было ждать. И вперед бежать за шариком. Ну я там ничего не мог сделать, как бы, не знаю, там могла бы кинуть дух Селена, не знаю, кидала она или нет его. Наверное, на танк слила. Дух воздаяния он не написан. Ну либо баблом забегаешь в лужу и баблом снимаешь, и выбегаешь потом. Типа бафы. Микки, ты здесь? Давайте фул баф. Что ж, Шаман? Я захожу в хабы. Сейчас я. Ну давай, заходи. Это есть у кого банки на ману? Дайте секьюрити, пожалуйста. У меня банок нету на ману. Кто с большим големом было? Чё он пришел в рейд? А, верстабав дайте. А, с меня сорвали. Я мало ВП накину. Хаба, что тебе не хватает? Сейчас банки передам. Давай. Все, готов. Давайте дальше чек. Кто опять антихан? У тебя все есть. У тебя есть каска, антихан. Какой макрос спирить? Бля, антихан, у тебя есть каска? Ядрего, у тебя она уже минуту висит. Да он слепой, запускай. Антихан подтверждает готовность, я тебе отвечаю, да, тебе есть каска. Да что, Дима, что, секьюрити, давай. Да есть на тебе каска, доски тебе минут показывают. Какой макрос секьюрити, что я тебе должен видеть? Я ничего не вижу, если что. Все готово. А хотя стоп, как у нас там? Да. А, QV запускай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры. Через 5 секунд будет метка. Чудесница. Выноси. Ну куда ты выносишь? Блинком потом назад. Я успею, у меня ставки, там не ставки, носок. Хорошо, давай. Смотрим аккуратно. Милики опять напоминаю, не надо заливать пол трешак. Подождите. Никакие массовые не давайте уездные. Точняк выноси ровно назад. Дискольте его. Следующий будет через ход выносить. Смотрим внимательно на кометку. Переген полипал на тебя. Сейчас падение будет. Перебежали. Оттягивай немного вершак. Оттягивай его.
Давайте добивать трешарки и заходить. ДК заходи, хилы тоже заходите. Чёрты пати, вы остаетесь, напоминаю. И в осад парить там, возьми. Айс фриз. Скажите, когда заходить черка, хватит. Машина, машина к нему. Черка, заходите. Ближе к морде следующую метку. Дорожу. Скажите, когда будет 52%. Следующий ровно назад уносить. Чего разметка? Назад ровно уносить там. 53%. Угу. 52. После лезвия выйдите. Следующий ближе к голове. Уносите метку войт. Так, давайте заходите, свет. Гир, давайте. А, Серж, если у тебя Берни на КД, поднимай ханта. Ой, сторожилу. Дадите ему баф. Сейчас скоро будет падение. Перебежали. Меня хорошо хилить. Меня хилить сейчас. РДшники, бейте, босс. Ники, молодец. Перцел. Восьми рост. У нас минус 3 человека. Ладно, падайте, у нас минус 3 человека. Жук. Надо помощь. Могу да. Зайти. Если кто-то да. Устал и. Ну у нас Селена, я так понимаю, уходит сейчас. А кем она? Два трое. Хулиприт. Ну, ДС, Шам, Хэпал. Что? Могу еще пару траев посидеть. Сиди, Зайк. Я сейчас буду релогаться. У меня ничего не показывает. Селена, тьму диспали, да? Да. Да. Диспали шамана, а то он не вкачал себе диспел, походу. Он вкачал. Я осматривал. Ну, так что он не диспалит себя? Ну, не знаю. Как не диспалит? Диспалил не все. Один раз диспалил. Вот я себя не диспалил, когда уходил. Не, ну только что последнюю метку секунд 5 у стены так дергался туда-обратно, туда-обратно. Не диспалил. Ну я ему говорил, да и каждый тебе был просто этот. Другое тело я пробу распалил и не себя диспалил. Так ты напиши. Только сказали, что падал. Ну я понял. Типа сей, выберешь себя в цель и диспалился. Давайте баф, фубаф, давайте каску, лап, приста баф, МТ-5. Вайер не забывайте кричать на ХП.
Нет, Симон. Лапу. Лапу, давай дрыгаться. Так, еще один чек. Ой, ты там готов? Лестница сторожила. Давайте за линию заходим. А стоп, сейчас дайте я еще поем. Я забыл рыбу съесть. Локи, не забывайте СС кидать никелов. Там, ДК пуляй. Скользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры. 5 секунд метка. 0. Летай, выноси. Выноси, выноси. И через ход пробегай. Без полетел. Давайте перебежали. Следующий метка ровно назад. Лена, выноси метку. Бейте, босс. Следующую метку через хвост и перебегайте. Теперь идти, выноси метку. Второе падение будет 1 секунда. 0. Падение. Перебежали. Давай, перебегай. Ну, в лужах не стойте, пожалуйста, по милике. Милики не могут бить босса. Мердут, бейте все босса. Бейте босса. Милики, бейте трэша. Ну, что это? Ясно, падаете. Знаешь, кого-то другого не успел? Чуть, сколько можно стоять в рейде? Метку не видно над головой. Это Микки, ты чё метку не выносил? Надо... Не знаю, короче, вон на Олега, а? Макс, да, надо себя сейчас диспелил, да? То Микки был, но его сдиспелили, Селена, по идее. Я его сдиспелила, потому что я несколько секунд считал, сколько надо выбежать, и я думала, прослакала, что он вынес, а я не диспелил. Молодец. Но Микки тоже молодец. Ты не можешь пораньше вынести? Надо Олег на сову, чтобы ты зашел. Да, Олег, заходи на сову. Это зову попросил. Он уходит, что ли? Да, заходи. Ну, он 3 года не играл, он ничего не умеет, короче. И Олег, поиграешь, хорошо? Молча потанчу. Так будет легче. И не надо, блин, отчитывать 1, 2, 3, 4, 5. Надо смотреть, как они вообще его выносят. Вы что там отчитываете себя? Я подожди, я зайду. Дадите ему сейчас пати и пробафуйте. Я сейчас на полминуты буквально отойду. И этот, Олег, я тебе потом рыла дам.